Where's your manual? Bíblia é ваш рабочий учебник. We are going to be covering a lot of scripture over the next few days. Последующие несколько дней мы будем много мест Писания рассматривать. So you might want to bring a marker or a pen. Поэтому принесите с собой, может быть, или карандаш, фломастеры, что-то такое, пометочки делать. Maybe a pad of paper, you can take notes and write the scripture. Может быть, тетрадку для того, чтобы конспекты вести, места Писания записывать. You can write down the references that you need to write. Записывать какие-то мысли, которые нужно записать. If you have a Bible you cannot mark in, then you want to put it on a shelf. Если у вас есть такая Библия, в которой нельзя пометок делать, то вообще ее нужно спрятать куда-нибудь, на полочку положить. Like a pretty shrine for it. Знаете, создать такой священный уголок для нее. Знаете, как для иконы делают. Полотенце туда повесить. Вот then так. Go to Walmart and buy you a $10 Bible. А поедете в Walmart и купите Библию за $10. That you can mark up. В которой можно помечать. Amen. Аминь. You'll be able to mark in your Bible. В Библии можно делать пометки, отмечать что-то. Now, we were in 2 Corinthians chapter 5. Итак, 2 Коринфянам 5 глава. We start in verse 17. И начинаем 17 стих. So we're going to look at it again. И мы снова посмотрим это место Писания. Therefore, посему, if any man, кто во Христе, any man, любой, кто во Христе, God is not a respecter of persons. Бог не лицеприятен. He is an equal opportunist. Он всем дает равные возможности. Бог есть Бог равных возможностей. Anybody can be great in the kingdom of God. Любой может быть великим в Царстве Божьем. If any man be in Christ, кто во Христе, he is. Тот есть. Not he might be. Не может быть. Not he someday will be. Не когда-нибудь будет. If he is in Christ, если он во Христе, he is a new creature. Он уже есть новое творение. Old things are passed away. Старое все прошло. Not going to be. Никогда-нибудь пройдет. They are. А уже прошло. Passed away. Все прошло. Behold. И теперь. All things. Все. Not some things. Не какие-то вещи. All things. Все. Are become new. Стало новым. Now, what's amazing? Что удивительно? Is that's not where it stops. Что на этом не останавливается. Verse 18 says. 18 стих говорит. And all things. Все же. What all things? Что есть все? О чем речь? The all things that are new. То есть все, что новое. At verse 17. 17 стих. All those new things. Все эти новые вещи. That are in you now. Которые в вас сейчас. The scripture says. Писание говорит. Are of God. От Бога. So in you. То есть в тебе. Is nothing. Нет ничего. That was of you. Что от тебя самого. Now we're talking about in the spirit. Мы опять же говорим о том, что в духе. We're talking about in your spirit. Мы говорим, что в твоем духе. You are brand new. Ты совершенно новый. Now let me ask you. Позвольте спросить вас. Who recreated you? Кто воссоздал вас? Did you do it? Вы сами это сделали? Jesus did it. Иисус это сделал. God did it. Бог это сделал. You did not do it. Вы этого не сделали. You agreed to it. Вы согласились на это. But you didn't do it. Но не вы это сделали. Now this is a big deal. И это великая вещь. Because if you did it, потому что если вы это сделали, if you touched it, если вы прикоснулись к этому, it would become defiled, оно бы стало уже оскверненным, and it would be done partially, оно бы было сделано отчасти, but you didn't do it, но вы этого не сделали, не ваше это дело, you couldn't even touch it, вы даже не могли к этому прикоснуться, God did it, Бог это сделал, and everything God does, и все, что Бог делает, He does perfect, Он делает идеально. He does well. Он делает хорошо. And when he's done, и когда он совершает работу, he always looks at what, at his work, он всегда смотрит на свою работу, and says, и говорит, it's good. Хорошо. That's you. И это о вас. He recreated you. Он воссоздал тебя. Now we said earlier, you're made of three parts. Мы говорили раньше, что ты состоишь из трех частей. Spirit, soul, and body. Дух, душа и тело. The spirit is what God recreated. Дух — это то, что Бог воссоздал. He didn't touch your soul. Он не тронул твою душу. And probably didn't touch your body. И, наверное, не тронул твое тело.
However you look before you got saved. То есть, как ты выглядел до твоего спасения? Physically you still look the same after you get saved. Ты также выглядишь и после того, как ты получил спасение. Now you may have a different air about you, a different attitude. Но может быть у тебя другое ощущение, другое отношение стало, да? But that new spirit in you. Но этот новый дух в тебе. Can even shine through the old physical you. Он даже может светить через тебя, через твою старую физическую природу. So that sometimes, что иногда, after you get born again, после твоего рождения свыше, people that knew you can't even recognize you. Люди, которые тебя раньше знали, уже не узнают. I was in Canada, я был в Канаде on September 12th, 12 сентября in 2001. Это было 2001 год. The day after 9/11. Это на следующий день было после катастрофы в Нью-Йорке. It was a good flight. Был хороший перелет. We had a lot of room. Было очень много-много места в самолете. Not many people flew the next day. На следующий день немногие люди полетели. There were a few. Но немного людей было. But when we arrived, но когда мы прибыли, they applauded the fact that we actually flew. То люди все захлопали, что мы долетели. But during our meetings there in Canada, но во время собраний там в Канаде, there was a young man. Там был один человек. Let me tell you I'll tell you the quick story. Ну, я вначале короткую историю расскажу. Because it's really an amazing story. Удивительная история. I always sit at the back of the room. Я всегда сижу в конце зала. Before a service starts. Перед служением, первым служением, я обычно стараюсь быть в конце перед первым служением. I really don't like sitting on the front row. Мне вообще не нравится сидеть на первом ряду. So I'll sit at the back. Я сидел в конце. And I saw a couple walk past me. Я увидел. Возле меня прошла супружеская пара. Young woman, молодая женщина, and a young man. И молодой мужчина. The young woman was fairly nicely dressed. Эта молодая женщина была так достаточно красиво одета. But look, really emotionally wore out. Но эмоционально она выглядела просто, ну, измученной. The young man, молодой человек, was totally opposite. Был совершенно ей противоположностью. He was dirty. Он был грязным. His hair was matted. Волосы, знаете, такие засаленные. He looked like he hadn't slept in a week. Такое было ощущение, что он неделю уже не спал. And the whole time that I was sitting back at the back and the service was going on. И вот представляете, я сижу там в конце, и уже служение началось. They were sitting close to the front. Они сидели ближе немножко вперед от меня. And every few minutes, и каждые несколько минут, he would start to try to get out. Он пытался выбраться. This was during the worship. Это во время прославления было. And she would grab him. Она хватала его. And hold on to him. Держалась за него. And try to pull him back in. И пыталась его вернуть на место. And this went on back and forth. И это вот в общем-то все время продолжалось. Finally, they called me to preach. Потом меня вызвали проповедовать. I started preaching. Я начал проповедовать. When I finished, I called for people to be ministered to. И потом, в конце проповеди, я позвал людей, кто хотели, чтобы за них помолиться. We had about 150-200 people waiting in line. И вышло вперед в ожидании 150-200 человек где-то. I was the only person praying. Я был один только человек, кто молился. So it was taking quite a while. То есть достаточно долгое время потребовалось. By the time he stepped up to me, и к тому моменту, когда уже дошла его очередь, он подошел. All the people in the prayer line had been given cards to fill out. Все люди, которые ждали молитвы, им раздали такие карточки, которые они должны были заполнить. It would have their name and their problem. Там было их имя и какая у них нужда. Because it was faster that way. Потому что так намного быстрее, чем каждый тебе рассказывает свою историю, понимаете, да? They would hand me the card. Мне вручали карточку. I would read the problem. Я читал, какая была нужда или проблема. And then I would deal with it. И я тогда адресовал это. When this young man handed me the card, когда этот молодой человек вручил мне свою карточку, I looked at it. Я посмотрел на нее. There was writing everywhere. Там было все исписано. He had so many problems. У него было столько проблем. That even around the edge of the card. Что даже по краюшкам этой карточки. He had written problems. Он написал свои проблемы. And then he tapped on the back of the card. А потом еще обратную сторону карточки. So I turned it over. Сделал стрелочку. Я повернул ее. And the back was completely written on. И обратная сторона вся была исписана. This man's name would have been Legion. Имя тому человеку можно было бы дать Легион. I looked at his card. Я смотрел на эту карточку.
and realized I was going to be there a while dealing with all this. Ой, сколько времени нужно со всем этим разобраться. But I noticed the first thing. Но я одну первую вещь заметил. He said, "I'm so ashamed of what I did today." Он говорит, я мне так стыдно за то, что я сегодня сделал. That I tried to kill myself just before coming to church. Что я пытался покончить жизнь самоубийством перед тем, как я пошел в церковь. So I knew the first thing to do was deal with that suicide spirit. Я понял, первое, с чем надо иметь дело, это с духом самоубийства. So I was not expecting anything. Я ничего не ожидал. And I looked at this man. Я смотрел на этого человека. And just very calmly said, и очень спокойно говорю, in the name of Jesus, во имя Иисуса, you suicide spirit, дух самоубийства, I take authority over you right now. Я беру власть над тобой сейчас. Just like that. Вот таким голосом. No theatrics. Ничего драматического. No yelling. Ни крика. And as soon as I said, и когда я сказал, in the name of Jesus, во имя Иисуса, now this young man, этот молодой человек, had been standing like this. Он вот так стоял. He looked just completely wore out. Выглядел совершенно истощенным. And as soon as I said, и как только я сказал, I take authority over you in the name of Jesus, я беру власть над тобой во имя Иисуса, it was like he was electrocuted. Как будто бы к нему подвели провода высокого напряжения. He jerked so violently. Он начал дергаться настолько дико. And stiffened. И настолько резко. That I was just standing there. Я просто стою там. And he was like this. Он вот так стоит. And all of a sudden. И вдруг. He went. Он. And bowed forward. Выпятился вперед. Well, this was in 2001. Это был 2001 год. Hadn't been preaching publicly for very many years at that point. К тому времени я немного еще проповедовал вот так публично, да, на тот момент. And as soon as he jerked violently. И как только он вот так сильно, резко задергался. Old habits are hard to break. Вы знаете, старые привычки трудно уходят. So the first thing I did. И первое, что я сделал. Was I went back. Я раз и в стойку. And I was thinking. Я думал. I can pray for you. Я могу за тебя молиться. Whether you're conscious or unconscious. И когда ты в сознании, и даже если не в сознании, все равно смогу продолжать за тебя молиться. Then I realized how this looked. А я потом вдруг осознал, как это все выглядит. So I decided to go into what I called in our martial arts system. И я решил, я думаю, ну вот то, что мы называем наша система боевых искусств. A position called. У нас есть такая позиция, была такая позиция, которая называлась. The non-aggressive ready position. Неагрессивная позиция готовности. Which looks kind of like this. И выглядит это примерно так. From here, отсюда, I could block, я могу блокировать, I could punch, могу бить, I could move, могу двигаться, but it didn't look like I was ready to fight. Но внешне не выглядит, как будто бы я к бою готов, да? But I wasn't ready for a devil to try to jump on me. Но я не был готов, что дьявол на меня набросится. So he was stiffened. И он вот так, знаете, так напрягся. And all of a sudden, и вдруг, I remembered my mentor, Dr. Lester Sumrall. Я вспомнил моего, ну, наставника, доктора Лестера Самрала. And how he had dealt with some similar situations. И как он себя вел в похожих ситуациях, в подобных ситуациях. That's when I realized. И тогда я понял. I'm not fighting flesh and blood. Я-то не против плоти и крови сражаюсь. So I went from this position. И вот от такой из такой позиции. To a position that humiliates an opponent. Я занял позицию, которая, ну как бы унижает оппонента. Which is this. Это вот такая позиция. To put your hands behind your back in front of an opponent. Если ты перед противником руки как бы кладешь за спину. Is the ultimate insult. Это величайшее оскорбление. It's telling them, I'm so confident. Это говорит противнику, что я настолько уверен. That you can't touch me or hurt me. Что ты не можешь меня тронуть, не можешь ко мне прикоснуться. That I am totally opening myself to you. Что я абсолютно открыт перед тобою. And so while I stood there, и пока я так стоял там, the man was still stiffened and shaking. Человек все еще был в таком напряжении, он трясся. And he tried to take a few steps forward. И он пытался несколько шагов делать вперед.
And he looked like Frankenstein. И знаете, как Франкенштейн. Now, all the people are watching this. Все люди наблюдают за этим. So I started telling him. Бегали, пожалуйста, это беспорядок. I just started saying. Я начал говорить. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. You will bow your knee. Ты склонишь свои колени. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. You will bow your knee. Ты склонишь свои колени. And this young man took about 2 steps forward. И этот человек где-то сделал 2 шага вперед. And broke out in a sweat. Он стал потеть. And started shaking. Начал трястись. And dropped to his knees. Он упал на колени. And then fell forward. Потом упал вперед. And then rolled onto his back. Упал на спину, перекатился. And started crawling across the floor on his back. И начал кататься по или ползать по полу или извиваться на спине. By this time, к этому времени, the line had dissipated. Эта очередь, как сказать, рассосалась. Everybody was kind of watching what's going on. Все смотрели, что тут происходит. And so I just dealt with him. И я просто как раз вот с ним разбирался. I started commanding the spirit out. Я стал повелевать, чтобы этот дух вышел. And then as people started gathering around, и когда люди вот стали вокруг собираться, there were a team of elders. Там была группа старейшин. They were well trained, thank God. Слава Богу, они были хорошо натренированы. And every time a female would come near this man, и каждый раз, когда женщина приближалась к этому человеку, he would start saying all these vile, awful things. Он начинал говорить эти сквернейшие вещи просто, такие очень грубые. We would immediately say, "You shut your mouth in the name of Jesus." Сразу закрой рот во имя Иисуса. And he would stop. Он переставал. And he wouldn't do it again. And the lady would walk off. И женщина уходила. But if another lady walked up, но если вдруг приближалась какая-то другая женщина, he would do it again. Он снова начинал говорить такие and вещи. We'd have to command him to stop мы again. Снова ему запрещали. So this went back and forth. В общем, это продолжалось какое-то время. One of the elders was smart. Один из старейшин был умным. He went and got the anointing oil. Он взял елей. And whenever we were praying for the boy, и когда мы молились за этого парня, a woman walked up, и когда подходила женщина, and he started saying these vile things, и этот человек начинал говорить скверные вещи, so the man poured the olive oil into his mouth, этот старейшина заливал елей ему в рот, and it shut him up. И он переставал сразу. Not your average service. Ну, нестандартное собрание, скажу вам, совсем нестандартное. When he started growling and making all kinds of sounds, когда он начинал рычать и делать странные вещи, people and saying some very vile things to the women, и говорить какие-то очень скверные вещи, the people with children, люди, у которых были дети, would put their fingers in their kids' ears, закрывали уши детям. People were running out of the service. Люди буквально выбегали из служения. So we knew we had to do something quick. Мы знали, что надо что-то быстро сделать. So I told the elders to continue dealing with him. И я сказал старейшинам, чтобы они продолжали тут с ним оставаться. I said, everybody else that's sick, I'm going to pray for you. Говорит, я сейчас за всех остальных помолюсь, кто болен. They lined up. Они все стали в очередь. And I started praying for them. Я начал молиться за них. Most people are taller than me. Большинство людей выше меня. So while I'm praying for them, в общем, пока я молюсь за них, they would be watching over my shoulder. Они через плечо смотрят, что там происходит. And watching what was going on with the young man. И они смотрят, что там происходит за мной. I guess I was watching them. Я на них смотрел. So if they had ever flinched, и поэтому, если люди вдруг дергались, I probably would have covered, because I thought he was coming after me. Думаю, ну, если это самое, люди задергаются, я сразу смогу прикрыться, значит, там что-то происходит. One lady kept looking around me at him. Она, одна женщина продолжала как бы за меня заглядывать на этого человека. And I had to get her attention. И мне нужно было ее внимание, так сказать, привлечь. I said, your help is right here, not back there. Слушай, твоя помощь здесь, не там. Pay attention here. Внимание, сюда, сюда внимание. Prayed for her. Помолился за нее. God totally healed her back. Бог совершенно исцелил ее спину. Several other people right down the line. Несколько людей еще, которые молились сразу же за ней, исцелились. I went back to the young man. Потом вернулся к этому человеку, and I would обратно. Work between them and the line. И как бы между ним и людьми, за которых я молился, ходил туда-сюда. The platform was built up similar to this. Сцена была вот похожа на эту. And the young man had begun crawling on his back. А этот молодой человек, он на спине вот буквально ползал или извивался вот так. He had on a sweatshirt, a hoodie. У него была, знаете, такая sweatshirt с капюшоном такая, как, and не very, знаю, толстовка, как мы говорим. Very baggy pants. И такие штаны, мешком такие, которые сползают, знаете. And as he crawled across the floor, и вот когда он ползал по полу, his baggy pants, его мешковатые штаны,
kept coming down продолжали further. Сползать. Вот and, в чем их опасность. Until eventually he crawled across the floor и в конце концов and was dragging his pants that got hung on his shoes. Уже оказалось так, что они совсем сползли, и за ним тянулись, зацепившись лишь за туфли. When he got to the edge of the platform, и когда он дополз до края платформы, he hit his head on the platform, он ударился головой об сцену, and he tried to turn and go around it. И он попытался повернуться и дальше, так сказать, двигаться. So I posted elders to stand there where he couldn't get past them. Я, в общем, поставил туда кого-то из этих дьяконов или старейшин, чтобы он никуда дальше не пополз. The whole time still telling this devil to come out of him. И все это время продолжая повелевать, чтобы бес вышел из него. And then eventually, в конце концов, after about an hour, где-то через час, all of a sudden, вдруг, this thing left. Все ушло из него. And you could tell when he looked up at me. И можно было сразу понять, когда он посмотрел на меня. You could see the difference. Можно было увидеть разницу. Well, that night after the service, и в этот вечер после служения, everybody went home. Все пошли домой. That was Saturday night. А в субботу вечером, Sunday morning, I was preaching the service. Это было в субботу вечером. А в воскресенье утром я проповедовал на служении. I was sitting at the back. Сижу там сзади. And a couple came in. И входит одна пара. And when they got to me, и когда они дошли до меня, the young man grabbed me, этот молодой человек взял меня, hugged me and picked me up, он меня обнял и буквально поднял, and then put me back down, и поставил на место. Stepped back, отошел, and I did not recognize him. И я его не узнал. But it was the man from the night before that was totally delivered. Оказалось, это был тот же самый человек, за которого мы молились вечер до того. Now that's how much a change. Вот настолько он изменился. Took place in just because of a deliverance. Какая перемена произошла в нем благодаря освобождению? But his body had not changed. Но его тело фактически-то не изменилось. But it was his spirit within him now was good. Но теперь дух, который в нем был, это уже доброе что-то было. And it was shining out of him. И это как бы светилось через него. We had so many testimonies of other people that were healed. Настолько свидетельств было о людях, которые исцелились. I was in Georgia once. Я был как-то в Джорджии. And we were having a service across the street from the First Baptist Church. И собрание происходило у нас. Через дорогу была Первая Баптистская Церковь. We had a good microphone system. Была хорошая система микрофонов. And I was telling this story. И я рассказывал такую историю. And we found out later. Я эту историю рассказывал. И мы потом узнали. After the service, when the pastor came over to our building. Что после собрания пастор пришел сюда, в это здание. He wanted to know how long I was going to be in town. Пастор той баптистской церкви, что через дорогу, хотел знать, как долго я собираюсь быть в этом городе. And wanted to send his sound people over. И он хотел отправить своих звукооператоров. To work on our sound system. Чтобы нашу, что-то делать с нашей звуковой системой. What do you mean work on it? To change the frequency. А, чтобы изменить частоту, на которую были настроены наша звуковая система, микрофоны. Because that morning for 45 minutes, потому что в то утро на протяжении 45 минут I told the testimony of this demon-possessed boy and how he was delivered. Я рассказывал свидетельство об этом одержимом и о том, как он освободился. And the sound system in the First Baptist Church picked up our frequency. А звуковая система в Первой Баптистской Церкви поймала нашу волну. So they sat for 45 minutes and listened to the story of deliverance. Сидели 45 минут и слушали историю изгнания бесов. Amen. Now, here, здесь, getting back to scripture, возвращаемся к Писанию. The point I was making, что я хотел выделить, как is that when you're born again, это когда вы рождены свыше. Your spirit is made new. Ваш дух становится новым. Your body is not changed, ваше тело не изменилось. But people can see a difference in you. Но люди видят разницу в вас. Now, the thing to remember here, что-то, что нужно помнить здесь, is that you are recreated by God, что вы воссозданы Богом. But in Romans chapter 12, но в Римлянам 12 главе, if you have your Bible, go there. Если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста. Romans chapter 12. Римлянам 12 глава. We're going to start in verse 1. Начиная с первого стиха. The Apostle Paul writing to the Romans. Апостол Павел пишет римлянам.
He says, I beseech you, therefore, brethren, Итак, умоляю вас, братья, by the mercies of God, милосердием Божьим, that you present your bodies. Представьте тела ваши. Now notice, смотрите, you present your bodies. Вы представьте тела ваши. God doesn't take control of your body. Бог не берет контроль над вашим телом. You don't wait for some impulse. Не надо ждать какого-то импульса. You present your Вы body. Представьте свои тела. A living sacrifice. В живую жертву. Holy. Святую. Your body is to be holy. Ваше тело должно быть святым. Notice, holy, acceptable unto God. Святую, благоугодную Богу. And this is your reasonable service. Для разумного служения вашего. This is not for the super spiritual Christian. Это не для супердуховных христиан. This is reasonable. Это разумное, это резонное. This is not asking some hard thing. Это не какая-то очень сложная просьба. Some highly exalted thing. Какая-то возвышенная вещь какая-то. This is a reasonable request. Нет, это резонная просьба. And be not И conformed to this world. Не сообразуйтесь с веком сим или с этим миром. This means don't let the world shape you. Другими словами, не позволяйте, чтобы мир вас лепил или формировал. Don't look and talk and act like the world. Не выглядите, не говорите, не поступайте как мир. Be not conformed to this world. Не сообразуйтесь с этим миром. But instead. Но вместо этого. Be transformed. Трансформируйтесь или преобразитесь. By the renewing of your mind. Обновлением ума вашего. Now notice. Смотрите. This is the only place in Scripture. Это единственное место в Писании. Where it tells you. Где вам говорится? How to have your life transformed. Как ваша жизнь должна трансформироваться? This word transformed. Это слово трансформируйтесь или преображайтесь. Is the same word used. Это то же самое слово. Concerning Jesus at the Mount of Transfiguration. Которое встречается, когда рассказывается история, где Иисус преобразился на горе преображения. It says, don't let the world shape you from the outside. Не позволяйте, чтобы мир извне вас формировал. Don't let the world put you in its mold. Не позволяйте, чтобы мир поместил вас в свою форму, в свой слепок, что ли. But rather, instead, но вместо этого, let what's in you то, что в вас, be seen on the outside. Пусть оно выражается, пусть оно исходит наружу. He said, your life will be transformed. Ваша жизнь будет трансформирована, преображена. How is your life transformed? Как ваша жизнь будет преображаться? It's the only place this tells you how your life Это will be transformed. Единственное место, где говорится, как ваша жизнь преображается или трансформируется. He does not say Он не сказал, that your life will be transformed что ваша жизнь будет трансформироваться by having someone lay hands on you. Если кто-то на вас руки возложит. It does not say не говорится, that your life will be transformed что ваша жизнь будет трансформирована by receiving a blessing. Если вы получите благословение. It does not say не говорится, that your life will be transformed что ваша жизнь преобразится by you making a vow. Если вы обет дадите or giving an offering for that purpose. Пожертвование какое-то особое сделаете. There is one way. Есть только один путь. And only one way. Единственный путь. That your life is transformed. Как ваша жизнь трансформируется. And that is by the renewing of your mind. И это происходит через обновление вашего разума. Now, this is the secret of Christianity. Это секрет христианства. This is the secret why most Christianity has failed the world. И в этом также заключается секрет и причина, почему в своем большинстве христианство, оно потерпело неудачу перед миром. God recreated your spirit. Бог воссоздал ваш дух. But you renew your mind. Но вы должны преображать свой разум. Now watch what he says. Смотрите, что он говорит. Be transformed by the renewing of your mind. Преображайтесь, преобразуйтесь обновлением ума вашего. Why do I need my mind? Зачем мне нужно преображать мой разум? That you may be able to prove. Чтобы вам познавать. What is that good, acceptable, and perfect will of God? Что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная? Now two things here. Здесь есть две вещи. Number one. Первое. He proves. Он доказывает или показывает.
If your mind is not renewed, если твой разум не обновлен, your life will not be transformed. Твоя жизнь не будет преображаться. This is the secret of why so many people in the church. Здесь вот есть секрет, почему столько людей в церкви. Come to the altar. Приходят к алтарю. Get born again. Рождаются свыше. And then live a defeated life. А потом живут жизнью поражения. Wondering why God doesn't change them. И думают, а что их Бог не меняет, интересно? And God did change them. А Бог-то уже изменил их. If they drop dead walking back from the altar. Если бы после своего покаяния человек упал бы мертвым. Their spirit was perfectly recreated by God. То его дух уже идеально, совершенно воссоздан. They would go to be with God right then. Он сразу же пошел бы на небеса, этот человек. But if they go back and sit down, но когда он возвращается назад и садится, and do not have their mind renewed, и не преображает свой разум, they will continue, он будет продолжать, to live a defeated life, жить жизнью поражения. They will continue, он продолжит, to try to serve God, будет он быть пытаться служить Богу. With an unrenewed mind. Необновленным разумом. An unrenewed mind is also called a carnal mind. Необновленный разум – это также плотский разум. A carnal mind is at enmity, at war against God. А плотский разум – это вражда против Бога, война против Бога. You'll get born again. Итак, ты рождаешься свыше. The Spirit of God will live in you. Дух Божий живет в тебе. You'll know what's right. И ты знаешь, что правильно. But your head, но твоя голова, your mind, unrenewed, твой разум не обновлен, will be carnal, он плотский, which means flesh rules. Это значит управляющий плотью. That means it will continue to live like it did before you got born again. И это значит, он продолжает жить так же, как до рождения свыше. Why? Because your soul did not get born again. Вот почему? Потому что твоя душа не родилась свыше. Your soul has to be renewed. И твоя душа должна обновляться. And that comes through the renewing of your mind by the Word of God. А это происходит через обновление разума по Божьему слову. This is the secret of Christianity. Это есть секрет христианства. This is what goes on in most churches. Это происходит в большинстве церквей. Because their minds are not renewed. Потому что разум людей не обновляется. They continually remain carnal. Они остаются плотскими. When they have a pain, когда у них есть боль где-то, their mind is in charge. То их разум контролирует. Their spirit will say, "We need to fight this." Говорит, нужно противостать этому. This isn't right. Это неправильно, так не должно быть. But the mind, но разум, doesn't even hear the spirit. Даже не слышит голоса духа. It ignores the spirit. Игнорирует дух. And says, "Oh, I must be sick." О, наверное, я болен. Oh, it's probably terminal. Ой, наверное, это неизлечимо. Oh, I don't need this now. О, мне только этого не хватало. I can't afford a doctor bill. О, мне не смогу заплатить за врачебные эти медицинские счета. That's a carnal mind. Это плотский разум. A carnal mind wars against God. Плотский разум воюет против Бога. This is a conflict. И это конфликт. This is why Christians don't live any different. Вот почему христиане не живут по-другому. After they get born again. После своего рождения свыше. Than they did before they got born again. В сравнении с тем, как они жили до рождения свыше, то же самое остается. Remember I said you're made up of three parts. Помните, я говорил, ты состоишь из трех частей. Spirit is one part. Дух — это одна часть. Soul. Душа. And flesh. И тело, body, плоть. The body is the other two parts. Это еще две части, кроме духа. Тело, душа и тело. Until the spirit is put in charge. И до тех пор, пока дух не начнет управлять или диктовать, it's two against one. То получается два против одного. It is your body and your soul against your spirit. Душа с телом против духа. And you war against your spirit. И идет война против духа. Your soul and your spirit fight back and forth. Душа и дух воюют между собой. And your body is trained. А тело, оно натренировано. By habits. Привычки уже. And because of those habits, и из-за этих привычек, your body has been trained to act and feel a certain way. Тело научено, натренировано вести себя определенным образом и чувствовать определенным образом. And the nerves in your body will have a sensation. И нервы в твоем теле имеют ощущение, да? And your soul, your mind, и твой разум, твоя душа, unrenewed, не обновленная еще, won't take that thought into captivity. Не пленяет эту мысль в послушание.
It'll take that thought and run with it. А вместо этого эту мысль просто берет и действует согласно вот этим неправильным мыслям. I wonder what that is. Ха, что же это такое? Интересно. You know, my granddaddy had something like this. Мой, у моего дедушка было такое за три дня до смерти. I bet I got the same thing. А как это у меня? Интересно, наверное, то же самое. And then it'll hear a voice. И вдруг голос слышен. That sounds like you. Вот так вот, как будто бы ты говоришь. Well, it killed your granddaddy. Ха, дедушка-то умер от этого. It could kill you. И тебя тоже это погубит. And you'll dwell upon that. И ты начинаешь вот об этом размышлять. And think about it. И думать об этом. And that'll be, it will consume all of your thoughts. И это поглощать вдруг начинает все твои мысли. And you'll be scared. И ты вдруг повержен в страх. And you'll begin to worry. Ты начинаешь переживать. And you are violating Scripture. И ты нарушаешь Писание. The Scripture says, Писание говорит, I will keep him in perfect peace. Я сохраню его в совершенном мире. Whose mind is stayed on thee. Того, чей разум направлен или сфокусирован на тебе. Тот, кто о тебе помышляет. If you are not in perfect peace, если ты не в совершенном мире, I don't care what you tell me. Не важно, что ты мне рассказываешь. Your mind is not stayed on him. Это значит, что твой разум не сосредоточен на нем. If you're worrying, если ты переживаешь, and wringing your hands, если ты руки трешь, having fear, у тебя страх, you are not thinking on things that are good and pure and of good report. То ты не размышляем о том, что не размышляешь о том, что чисто, о том, что правильно, о том, что достославно и так далее. And I'm not telling you to ignore things. Я не говорю сейчас, чтобы вы игнорировали просто какие-то вещи. If you're just gonna ignore it, если просто игнорировать и все, you better worry. То лучше тогда уж переживать. So I'm not telling you to ignore it. Я не говорю вам игнорировать происходящее. I'm telling you to deal with it. Я говорю вам, как разбираться с этим. And when that thing hits you, и когда это вдруг атакует тебя, then let your spirit be in charge. То пусть твой дух берет верх. And when your spirit's in charge, и когда твой дух берет верх, it's going to say things that are spirit. То он будет говорить вещи духа. Now what is spirit? Что есть дух? Jesus said, "My words are spirit and they are life." Слова мои дух и жизнь. When your spirit's in charge, когда твой дух держит контроль, it's going to be speaking spirit. То он будет говорить дух. It's going to be speaking the words of God. Он будет говорить слова Божьи. It's going to be saying things like, он будет говорить такие вещи, например, "Thank God by His stripes I'm healed." Слава Богу, ранами Его я исцелен. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Pain has to go. Боль должна уйти. I'm healed. Я исцелен. I'm whole. Я здоров. I'm free. Я свободен. I'm pain-free. Я без боли. I'm calling those things which be not as though they were. Я называю несуществующее как существующее. I'm not ignoring it. Я не игнорирую то, что есть. I'm dealing with it. Я адресую это правильно. And I'm taking those thoughts of the enemy, и все вот эти мысли врага, that is speaking through my body's feelings, которые звучат через мои ощущения, через ощущения моего тела, and I'm taking them captive, я пленяю их, into the obedience of Christ, в послушание Христу. And because of that, и из-за этого, then I am pulling down strongholds. Я низвергаю твердыни. I am pulling down everything. Я низвергаю все. That exalts itself. Все, что превозносится. Against the knowledge of God. Над познанием Божьим или против познания Божьего. Because the knowledge of God says. Потому что познание Божье говорит. By His stripes I'm healed. Ранами Его я исцелен. Anything that says I'm not. И все, что говорит, что я не исцелен. Is exalting itself. Это превозносится against the knowledge of God. Против познания Божьего. Понимаете? Ловите мысль. So I tell that thing it does not have a right to live in my body. То есть я говорю, что эта вещь не имеет права жить в моем теле. Because I am not my own. Потому что я не свой. I've been bought with a price. Я куплен дорогою ценою. I belong to Jesus. Я принадлежу Иисусу. And I'm going to obey the scripture. И я буду повиноваться Писанию. In Romans 12. В Римлянам 12 глава. I'm going to present my body. Я представлю свое тело. A living sacrifice. В живую жертву. To God. Богу. Holy. Святую. Acceptable. Приемлемую или угодную. Amen. Аминь.
Not sickly. Не больную. Holy. А святую жертву. I want to present my body. Я хочу представить свое тело. As a sacrifice to God. Как жертву Богу. And I'm going to consider not. И я не буду почитать. My body. Свое тело. Now listen. Послушайте. I didn't say ignore my body. Я не сказал игнорировать мое тело. If someone comes to you. Если кто-то приходит к тебе. And gives you some advice. И дает тебе совет. Then you listen. Ты слушаешь совет. And you decide. И ты решаешь. Whether to consider that advice or not. То есть принимать этот совет или не принимать. And if you decide not to consider it, и если ты решаешь не принимать этого совета, then you're not going to do what they advised you to do. Ты, значит, не делаешь то, что тебе советуют делать. Well, your body is going to try to present you with some advice. И твое тело тоже попытается дать тебе совет. And it's always going to be bad. И это будет всегда плохой совет. You're dying. Ты умираешь. It hurts. Ой, больно. I can't take anymore. Все больше невозможно терпеть. And that's just talking about a splinter. А речь-то идет о занозе просто. So you're not going to listen. И ты не собираешься слушать. It tells its story. Оно свою историю рассказывает. You think? Ты думаешь? Now how does that line up with the word of God? А как это со словом соответствует? Well, the word of God says I'm healed. Нет, слово Божье говорит, я исцелен. So body. Ха, тело. I've listened. Я послушал. And I've decided not to take your advice. И решил не принимать твоего совета. I don't think I will die. Я не думаю, что помру. I think I will live and declare the glory of God. Я думаю, что я буду жить и возвещать дела Господни. Thank you for your advice, but you may go now. Спасибо за совет, все, свободен. And that's how you deal with it. И так ты с этим имеешь дело, так ты с этим разбираешься. You don't get scared. Ты не пугаешься. You don't get worried. Ты не впадаешь в переживания. God's on the throne. Бог на престоле. God is in charge. Бог держит все под контролем. As you put yourself under him. В то время, когда ты становишься под Него. Now, when I say he's in charge, когда я говорю, что Бог держит все под контролем. That doesn't mean everything that happens is God's will. Это не значит, что все, что происходит, воля Божья. The Bible says it's not God's will. Библия говорит, что нет, не все воля Божья. That any should perish. Воля Божья в том, чтобы кто-либо погиб, нету воли Божьей. But that all should come to know Jesus Christ. Бог хочет, чтобы все пришли к познанию Иисуса Христа. But we know that's not always happening. Но мы знаем, что не всегда так происходит. So God's will is not always done. То есть Божья воля не всегда исполняется. If God's will was always done, если бы воля Божья всегда исполнялась, there would be no need for us to pray, "Thy will be done." То и не надо было бы молиться, "Да будет воля Твоя." That would be a redundant prayer because it would always already been done. Это была бы бессмысленная молитва, потому что воля Божья и так была бы исполнена. We are here. Мы здесь. To enforce God's will. Для того, чтобы внедрять и исполнять волю Божью. To see to it. Чтобы она исполнялась. That His will is done. Чтобы делать все, чтобы воля Божья исполнялась. Now let's look at this. Давайте посмотрим. In Romans 12:2. Римлянам 12:2. He says so that. By the renewing of your mind, you are transformed. Чтобы через обновление вашего разума вы преображались. Now this seminar, этот семинар, is to reveal to you what you already have. Он для того, чтобы открыть вам то, что вы уже имеете. And as we reveal what you already have, и когда мы открываем то, что вы уже имеете, it will help you in renewing your mind. Это поможет вам обновить разум. But it's not enough. To know about it. Но недостаточно просто знать об этом. You must know it. Вы должны знать это. And do it. И делать это. Now, we understand. Мы понимаем. If you read a biography. Если вы читаете, скажем, биографии. Of some famous person. Вы прочитали биографию какого-то известного человека. You wouldn't say you knew them. То ты же не можешь сказать, что ты знаешь этого человека, правда? Just because you wrote or because you read a book about him. Только из-за того, что ты прочитал книгу, ты не можешь заявить, что ты знаешь этого человека. You'd say you knew about them. Ты можешь сказать, ты знаешь об этом человеке. But you don't know them. Но ты его не знаешь. Because you have not experienced them. Потому что у тебя не было как бы личной встречи с ним, личного переживания. It's the same thing with scripture. То же самое с Писанием. There are people. Есть люди. That know about scripture. Которые знают о Писании. They can quote scripture. Они могут цитировать Писание. And yet they have strange beliefs. Однако у них странные верования. Things that are not biblical. Такие вещи абсолютно не библейские. And people would say, for instance. И люди говорят, например.
Jehovah's Witnesses. Свидетели Иеговы. Wow. Whoa. Don't interact with those people. Oh, с этими людьми вообще не разговаривайте. Those people know the scriptures. Эти люди, эти свидетели, они знают Писание. They will tear you apart. Они вас на части порвут в клочки. Number one, they don't know the scriptures. Во-первых, Писание они не знают. They know their Bible. Они знают свою Библию. But they don't know the scriptures. Но Писание они не знают. They know about the scriptures. Они знают о Писании. But their viewpoint. Но их взгляд, их позиция. Makes it where they cannot know the Creator. Они, их позиция мешает им вообще знать Творца. We have to be very watchful. Мы должны быть очень наблюдательными. Over what we hear. Над тем, что мы. В том, что мы слушаем, over what we read, что мы читаем, over what we watch, что мы смотрим, over who we talk with. И с кем мы разговариваем. I was once told, однажды мне было сказано, that friends, что друзья, people, люди, are like elevators. Они как лифт. They will always take you up, они или тебя вверх тянут, or take you down, или тянут вниз. But they never leave you where they found you. Но они не оставляют тебя там, где тебя нашли. You need to remember that. И ты должен помнить. You need to take heed. Ты должен просто вникнуть. To who you allow to speak into your ear. Кому ты позволяешь говорить в свои уши. Because there is false doctrine. Потому что есть лжеучение. And we've had so much in the church. И столько всего в церкви уже было. That it has put us into bondage. Что это просто в рабство привело нас. Rather than bringing us into freedom. Вместо того, чтобы привести нас в свободу. Now, even now, there is a swing to the other side. Даже сейчас, знаете, есть другая крайность. Понесло называется. So the church for years was heavily into legalism. Церковь многие годы была в законничество очень сильно, да? And as it is in any error, и как с любым заблуждением, what goes too far one way, то, что сильно далеко заносит в одну крайность, usually swings too far the other way. Обычно потом уносит далеко в другую крайность. Used to, we were too far into legalism. Раньше мы сильно-сильно далеко в законничество были. Все запрещено, да? But now there is a move too far. А теперь уже несет слишком далеко. Into what people are calling grace. В то, что люди называют благодатью. To where they say you can live any way you want, it doesn't matter. Можно жить как угодно, ничего страшного. It's all covered. Это уже все покрыто. You don't have to even think about it. Даже не надо беспокоиться за это. And that's the other error. Это уже другое заблуждение. The truth is, истина в том, we are to present our bodies, что мы должны представить наши тела, a living sacrifice, живую жертву, holy, святую, not unholy, не святую какую-то, not living loosely, не жить как бы вот так без... как это называется, без ограничений, как попало. One of the fruits of the Spirit, один из плодов Духа, is self-control. Это воздержание или самоконтроль. Not living any way, не жить, как тебе вздумается, but discipline. А дисциплина. But discipline out of love and gratitude to God. Но дисциплина из любви и благодарности Богу. Not discipline from legalism or bondage. Не дисциплина, которая приходит от законничества и рабства. I can stand before you tonight and tell you. Я могу стоять перед вами здесь и сказать. I drink all the alcohol I want to. Я пью алкоголь сколько только хочу. But I can also tell you. Но я также могу сказать вам. I've never tasted alcohol. Я никогда даже не пробовал алкоголь на вкус. Why? Почему? Because I knew. Потому что я знал. And because of the fruit of the Spirit. И также благодаря плоду Духа. Had the self-control. У меня было воздержание. To be able to turn it down. Чтобы отказаться. When it was offered to me. Когда мне предлагали. Like I said before. Как я говорил раньше. I used to teach martial arts. Я преподавал боевые искусства. I was in bars. Я был в барах. Nightclubs. В ночных клубах. We did security. Мы занимались охраной, служба охраны. People were always trying to buy me drinks. И люди всегда пытались угостить меня алкоголем. But I never took it. Я никогда не принимал. Why? Because I had self-discipline. Почему? Потому что у меня было воздержание. It wasn't legalism. Это не было законничество. Nobody would have said anything if I drank. Нет, там бы никто ничего не сказал, если бы я взял и выпил. But I knew. Но я знал.
that alcohol brings a weakness. Что алкоголь дает делает человека слабым. That I did not want in my life. И я не хотел этого в своей жизни. It was the same thing with drugs. То же самое с наркотиками. The same thing with tobacco, cigarettes. То же самое с сигаретами. I never did drugs, alcohol, or cigarettes. Никогда не пробовал алкоголь, наркотики или сигареты. I wish I'd had self-control in all the other sins. I did all those. Конечно, как было бы здорово, если бы у меня с другими грехами было воздержание. К сожалению, все другие вещи я делал. But in those three, но вот в этих трех вещах I was very disciplined. Я был очень дисциплинирован. But it was mainly because I wanted to know when I was sinning and not be drunk. Но это было больше из-за того, что я хотел быть в трезвом состоянии, когда я грешу, а не пьяным. Хотел все знать. But notice, но смотрите, there is a swing. Есть как бы крайность, другая крайность, занос такой, да? Too far to the other side. Слишком далеко в другую сторону. Present your bodies. Представьте тела ваши. A living sacrifice живую to God. Жертву. Holy. Святую. Present your minds. Представьте свой разум. A sacrifice to God. В жертву Богу. Renew your mind to the Word of God. Обновляйте свой разум по Слову Божьему. Remember this. Помните это. To the degree. До такой степени. That your mind is renewed. До той степени, до какой ваш разум обновлен, your life is transformed. Ваша жизнь преображается. To say it another way, сказать это другими словами. If your life, если ваша жизнь still looks the way it did before you got saved, выглядит все еще так же, как она выглядела до вашего спасения, then your mind has not been renewed. То ваш разум не обновился. Transformation in your life. Трансформация или перемена в вашей жизни comes through renewing the mind. Происходит через обновление разума. That's the only way. Это единственный путь. Remember that. Помните это. And the way you renew your mind. И то, как вы обновляете свой разум. Is that you take the word of God. Вы берете Божье слово. Read it. Читаете его. Decide to believe it. Решаете верить ему, and then you put it into practice, и затем практикуете, исполняете in your life. В вашей жизни. At first, it'll have to be a conscious thought. Вначале это должна быть осознанная мысль. You will reach for the beer and think, no, I'm going to get a Coke. То есть протягиваешь руку к пиву, потому что нет, возьму колу. You have to change your mind. То есть ты должен изменить свои мысли. And as you change your mind, и когда ты меняешь свои мысли, every time you do it, каждый раз, когда ты это делаешь, it gets easier. Становится легче. And then in the beginning it's a discipline. Вначале это дисциплина. Then it becomes a habit. Потом привычка. And once it becomes a habit, а когда это уже привычка, now it becomes nature. Потом уже становится твоей природой. It's not even hard anymore. И потом уже тебе даже не трудно. You don't even have to think about it. Тебе даже думать уже не надо об этом. Instead of walking toward the beer cooler, и вместо того, чтобы подходить к, в магазине, например, к холодильнику с пивом, you will automatically walk toward the water or the Coca-Cola. Ты идешь туда, где безалкогольные напитки. And it's not a hard thing. И это уже не трудная вещь. It's an easy thing. Уже легкая вещь. Because your mind is being renewed. Потому что твой разум обновлен. Therefore, поэтому your life, твоя жизнь, is being transformed. Она преображается. Amen? Аминь. This is the basic process. Это элементарный процесс. But the thing to remember is this. Но вот что запомнить нужно. This is what causes so many Christians to be shipwrecked. И вот это то, где многие христиане терпят кораблекрушение. You decide to make a resolution. Вы принимаете решение. Вы решаете как бы резолюцию принять. And you focus on not doing something. И вы фокусируетесь чего, на том, чего не делать. Понимаете, вот где неправильно. Вы пытаетесь фокусироваться на том, чего нельзя делать или не нужно. And when you focus on not doing it, когда вы фокусируетесь на том, чего не делать, you're still focusing on doing it. Вы все равно фокусируетесь на том, как бы на действии этом. And you keep thinking about it. И вы продолжаете думать об этом. Let me give you an example. Я приведу пример. If you want, если вы хотите, someone to invite you out to a steak dinner, если вы хотите, чтобы кто-то пригласил вас на стейк, на обед со стейком, all you have to do, все, что вам нужно для этого, is decide to fast. Это решить поститься. As soon as you make a decision to fast, и как только вы решите поститься,
you will get invitations to breakfast, лunch, and dinner. То вам посыпутся приглашения на завтрак, обед и ужин. They will take you to buffets. Вас пригласят в буфеты. They will try to feed you so good. Вас так хорошо попытаются накормить. And you know. И вы знаете. That as soon as you decide to fast. Как только вы решите поститься. The whole day. Целый день. All you're going to think about is food. Все, что вы думаете, это еда. You spend so much time not trying not to think about food. That's all you think about. И вы так сильно пытаетесь не думать о еде, что об этом вы только и думаете. You don't change by thinking about not doing something. Другими словами, меняетесь вы не через то, когда вы фокусируетесь на том, чего не делать. I was talking to a person last week. Я на прошлой неделе с кем-то разговаривал. Had been an alcoholic. Тот человек был алкоголиком. Had been going to the Alcoholics Anonymous meetings. И он ходил на собрания анонимных алкоголиков. Came to me and asked me to pray for him. Он подошел ко мне и попросил, чтобы я молился о нем. He said, I want to do right. Он говорит, я хочу поступать правильно. I want to live sober. Я хочу жить трезво, вести трезвый образ жизни. So I just asked him. Я спросил у него. Said, when do you fall? When do you drink the most? Я говорю, а когда у тебя падение происходит? Когда ты пьешь больше всего? He dropped his head. Он опустил голову. He said, after every Alcoholics Anonymous meeting, I go get drunk. После каждой встречи анонимных алкоголиков, после этого я иду и напиваюсь. He said, and that's when it hurts the most. И тогда, говорит, больнее всего. Because I know I shouldn't be. Потому что я знаю, что я не должен, как раз не должен. And I prayed for him. Я помолился за него. Broke that thing. Разрушил эту but вещь. But then explained to him. И объяснил ему. You'll never be away from alcohol. Ты никогда не сможешь изолироваться полностью от алкоголя. То есть доступ к алкоголю всегда будет. You'll never stay sober. Ты никогда не будешь трезвым. If you just keep sitting around for hours on end talking about alcohol. Если часами будешь сидеть и про алкоголь разговаривать. I said, you need to adopt a healthy lifestyle. Я говорю, тебе нужно адаптировать здоровый образ жизни. You need to start getting up. Тебе нужно вставать. And going out. И идти куда-то. And exercising. Заниматься, может быть. And doing things. И делать какие-то вещи. That keep your mind busy. Которые твой разум, как бы занимать внимание твоего разума. Чтоб дурь в голову не лезла, как у нас говорят. Понимаете? Instead of keeping your mind busy thinking about not doing it. Вместо того, чтобы все время думать, как не напиться. Понимаете? Since last week. С прошлой недели. Was the first week. Это была первая неделя с того раза. That man had gone without drinking. Когда этот человек неделю не пьет. And he's not drank yet. И он так и не стал пить. Well, part of it is I told him where to put his mind. Ну, отчасти это потому, что я ему сказал, на чем фокусировать свой разум. But I also broke that spirit. Но я также разрушил этот дух над ним. That was driving him. Который как бы толкал его. And I explained to him. Я объяснил ему. He was born again. Он уже рожден-то свыше был. And I explained to him who he really was. И я ему объяснил, кем он-то в самом деле является. And I talked to him the way a tutor would teach a king. И я разговаривал с ним так, как этот не учитель, а гувернантка, например, обучает царя. They would, when a prince was going to be trained to be a king. Когда принца готовили к тому, что он станет царем. They would hire a tutor, то a governor. Нанимали гувернантку, например, да? And the tutor, the governor was never above the prince in position. И вот этот учитель, он не был выше царя или принца по положению. So he had to be very careful how he spoke to the prince because he was still speaking to royalty. И он должен был очень осторожен быть в том, как он разговаривает с принцем, потому что это, ну, королевская семья, понимаете? So he would not berate and put down the prince. Поэтому он не подавлял, он не унижал принца.
He would not yell at the prince. Он не кричал на принца. And tell him, "Don't you ever do that again." Да никогда больше этого не делай, царь. Because if he had spoken to the prince like that, если бы он так разговаривал с принцем, the prince could have said, принц мог бы сказать, off with his head. Так. And it would be over. Секир, как это, секир башка говорят, да? Instead, снести голову. Все. He had to do it differently. Нет, нужно было по-другому. He would have to say, нужно было сказать, young prince, молодой принц, kings don't act that way. Цари так не поступают. That's not who you are. Ты это не таков. You're better than that. Ты намного лучше, чем это. People are going to be looking at you. Люди будут на тебя смотреть. You're going to be an example for the people. Ты будешь примером для людей. You have to be a good example. И ты должен быть хорошим примером. This is how a king acts. Вот как царь поступает. They would not put the prince down. То есть принца не унижали. They would explain who the prince really was. А объясняли, кто, кем царь является или кем принц является. That's where we've missed it in preaching so often. Вот в проповеди мы иногда мы здесь пропускаем. We have preached against sin so much. Мы так много против греха проповедовали. That the congregation ends up thinking about sin and goes and sins. Община все время о грехе только и думает и грешит. Rather than taking them to the scriptures. Вместо того чтобы людей направлять к Писанию. And say, listen. Говорит, послушайте. You have been made. Вы созданы. Kings and priests. Царями и священниками. Unto the Almighty God. Всемогущему Богу. And kings and priests. И цари, и священники don't act that way. Не ведут себя таким They're not образом. Conformed to this world. Они не сообразуются с этим миром. But rather kings and priests Но цари и священники are examples. Они являются примером. And they lead by example. И они ведут своим примером. And they lead by letting what is in them be seen by those around them. Они ведут таким образом, что то, что в них, они показывают окружающим. If you look to the scriptures. Если вы посмотрите в Писание. The law always said thou shalt not. Закон всегда говорит не делай. And the law never set one person free. И закон ни одного человека не освободил никогда. Many times that's what we say. И часто мы то же самое делаем. Don't do this. Не делай этого. Don't do that. Не делай того. And no one gets free. И никто не освобождается. Then Jesus says. А Иисус говорит. Love God. Люби Бога. Love your fellow man. Люби ближнего. How do you love your fellow man? Как любить ближнего? Well, you do things for them that you would want done for you. То, что ты хотел бы, как бы с тобой поступали. You have the Spirit of God. Так поступай с ними. То есть в тебе Дух Божий. If you were sick, would you want someone with the Spirit of God to come set you free? Если ты болен, хотел ли бы ты, чтобы кто-то, в ком есть Дух Божий, пришел и исцелил тебя? These are the words of Jesus. Это слова Иисуса. This is exactly what he said. Именно это он говорит. These are the two commandments. Это два повеления. And the golden rule. И также золотое правило.